Любое большое дело начинается с малого шага. К сожалению, он пришелся на самые морозные дни. Утешает только то, что работа разогревает. Демонтаж плитки перед началом целого комплекса работ. Каких? Вопрос главному инженеру предприятия. Мы будем производить демонтаж парапета, который обрушивается. Будем производить снятие грунта на глубину 40 сантиметров. Будут забуриваться буронабивные сваи в количестве 10 штук. Вот, они будут армироваться, заливаться бетон, поверх свай будет заливаться ростверк, на этот ростверк будет оплеваться плита консольная, когда будет выходить в море. Также будут установлены закладные детали и будет произведен дальше монтаж металлического забора. Предприятие Лыткина можно доверять. Они уже много лет на рынке строительных работ Анапы. Совсем недавно сдавали бассейн «Виктория». Сегодня активно взялись за новый фронт работ.